Украина будет бить по территории РФ западными ракетами. Великобритания прорабатывает предложение об ударах вглубь России по военным объектам. По итогам телефонного разговора с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил следующее. Далее цитата. «Отдельно обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации плана победы». Конец цитаты. Для Украины это хорошая новость, ведь британцы остаются первопроходцами в преодолении красных линий Путина. Именно так было с передачей Украине западных танков. Сперва Лондон передал несколько челленджеров, а после начались поставки немецких леопардов и американских абрамсов. И, кстати, о Германии. Кандидат на должность немецкого канцлера, лидер оппозиционной партии Фридрих Мерц выразил готовность поддержать предоставление Украине крылатых ракет большой дальности «Таурус». Я бы сделал это так. Если бомбардировки не прекратятся, то первым шагом предстоит снять ограничения на дальность ударов, а вторым для нас будет доставка «Таурусов». Далее Владимир Путин будет сам решать, насколько далеко он захочет зайти в этой войне.